Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Давай-ка освежим память и вспомним, где мы с тобой остановились. Ага. Здесь, здесь и вот здесь. И кругом одни враги, да? Так, апгрейд можем сделать? Нет, не можем, не хватает у нас листочков. Ну что ж, предлагаю тогда начать миссию. Угу. Так, а я могу... Могу, ребята, могу взять этого оленя к себе. Окей, ну что же. Кокосики, это все у нас пускай остается. Ну что, погнали? Берем быстренько с тобой энергию. Так, сразу же посмотрим, что у нас делает этот самый олень. Давай, бомби. Так, вот он подошел. И... На, правильно, я так и думал, ребята, будет рогами своими. На-ка. Бомби его. Естественно, естественно, кокосами по голове им так надо. Так, эти у меня макаки сейчас будут тоже по ним стрелять, и это хорошо. Так, желудь приберем. Слушай, смотри, как мы с тобой круто... Мы их просто... Ага, толкают меня, толкают. Давай, давай, не даем им, ребята, ни секундочки, да? На то, чтобы они тут размякли. Так, подожди, я еще, наверное, одного оленя сейчас закажу. Давай, давай, быстрее, есть. Призвал. Так, слушай, у нас с тобой, вот. Да что ты будешь делать? Где олень? Вон он идет. Слушай, ну мы машину сейчас с тобой, в принципе, запинаем. Да. Мы радостны, мы довольны, потому что мы смогли пройти. И это классно. Виктори. Интересно, а что дает нам гриб? Так. Так. Вот это вот. Блин, одни листочки. Так, ну что, миссию мы с тобой прошли. Новое достижение. Так, коллекционер листиков. Джек Вакер. Любовь к природе. Слушай, вот здесь вот, скорее всего, мы с тобой сможем получить крокодила. Почему-то мне так кажется. Давай-ка глянем. Покажите мне, кто тут у нас. Точно, крокодил, друзья. Естественно, будем его освобождать. Иначе никак по-другому быть не может. Верно? Верно. Ну что, поползли, роднулька. Так, давай мы, наверное, с тобой так сделаем. И сразу макаку вызовем. Окей. Так, вон они уже. Уже идут, посмотри на них. Правильно, по голове ему. Так, мясо заберем. Так, мне нужно, по идее, в принципе, гориллу, гориллу надо призвать. Давай. На тебе, по голове. Желудь забираем. А что делает олень? А, он хиляет. Тихо, роды. Вы что тут разбуянились мне? Посмотри. Слушай, я не понял, а где моя обезьянка? А что она вниз-то упала? Что-то я не понял юмора. Взяла, спрыгнула. Для чего-то непонятно. Так, ладно. Их слишком много, по-моему. Их слишком много. Слушай, можем хильнуться, да. Мы восстанавливаем здоровье нашим всем бойцам. Горилла, выходи. Так. Слушай, ну тут битва жестокая. Смотри. Да, нам, по-моему, без прокачки здесь дальше делать нечего, абсолютно. Ну ты смотри, что. Так. В принципе, ребят, последняя волна идет. Если мы... Блин, у меня оленя подбили. Как быть нам без оленя? Надо призвать его. Надо его призвать. А вот успели я его призвать? Вот в чем вопрос. Куда ты? Ладно, фиг с ним. Без оленя попробуем. Так, мясо забираем.
Слушай, у нас с тобой вообще очень мало. Слушай, я ведь могу здесь... Да, я могу вот так вот делать. Подбирать энергию. Так, я вызвал оленя. Дальше все зависит от нас. Сможем ли мы здесь устоять или нет. Так, давай вот так сделаем. Олень хиляет, но очень медленно и очень мало. Но крокодила мы все равно с тобой спасем. Так, медика сейчас запинаем. И охотников этих тоже с тобой уничтожим. Вот так вот, по делам. Так, ну что, ломаем машину. Отлично, друзья мои. Ну что, нам должен доступен стать крокодил. Верно? Вот он. Вау. Так, ага. Аллигатор, короче, да? Слушай, дай мне грибок хоть раз. Блин, опять листочки, а? Ну что? Я получил новое достижение. 500 опыта. Слушай, нам нужно забрать награды с тобой. Так. Забираем. 87 листочков у меня, да, значит. И мы можем... Подожди-ка, у нас что-то на карте здесь. Нет, это я делать не хочу. А вот апгрейд, наверное, нам нужно с тобой сделать. Так, сейчас мы посмотрим. Блин, олень самый крутой получается. Но он и просит 40 листочков. Даже не знаю. Так, по атаке посмотрим. 36, 32. Слушай, у гориллы как у оленя атака, прикинь. И здоровье даже больше. Ну-ка. Вау. Давай крокодила. Ну, считай, неплохо, ребята. Мне нравится. Так, дальше у нас... Подожди, аж кого-то мы еще можем с тобой улучшить, да? Скилл. Ну, наверное, лучше нам вот это вот. Да. А тут что за подарочки у нас? А, ну это я понял, бесплатно. Слушай, а почему я за второй день не получил призы, а? Скажи-ка мне на милость. Не хотят. Смотри-ка, у нас тут... Ах, вот так вот. Нет, 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 нам сюда еще рано идти. Нам сюда еще с тобой рано идти. Мы еще здесь не закончили. Ну что, вперед. И с песней, как говорится. А может быть, не с песней. Что у нас тут? Крокодильчика возьмем. Ну что, друзья мои, вперед. Не отступать и не сдаваться. Давай, быстро, 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 быстро. Так, что нам сделать? Давай вот так, наверное. Вызовем с тобой оленя и гориллу. Прокачиваем нашу базу. Ну-ка, посмотрим, насколько... Ну, в принципе, круто, олень. Сейчас я хочу еще посмотреть на крокодила. А ну, у нас всего, кстати, здесь одна волна будет. Так что все хорошо. Дай-ка я гляну, как крокодил. А, крокодил сзади, прикинь. Он их сзади бомбит. Вон, смотри. Блин, они его тоже бомбят, кстати. Давай, 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 давай. Эх, крокодила подбили. Жаль. Слушай, ну то, что вот он сзади появляется, это, с одной стороны, ребята, круто. Он как бы из-под тишка их, да? Кусает. Блин, олень погиб сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй, погиб олень. Давай еще одного крокодила позовем. Пускай он их кусает. На тебе. Правильно, этого охотника. Прям со спины его. Ну, мясо, мясо, мясо. Все забираем.
тихо, родные. Да какие вы мне родные, а? Бомжи вы лесные, вот кто вы. Крокодил еще жив? Вау. Так, минус. Сейчас еще одного подобьем. Великолепненько. Ну, как тут не скажешь. И остается один охламон. Почему, крокодильчик, ты куда пошел-то, родной? Ты куда побежал, эй? А крокодилу по барабану. Короче, факт в том, что крокодил нападает с противоположной стороны. Да. И мы тут с тобой выиграли. Все превосходненько. Так, стадия... Блин, я вот перец хочу получить. Блин, опять эти листочки, а? Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Здесь ресурсы должны быть. Так, можно апгрейдить. Апгрейдить. Я думаю, что вот нашу обезьянку нужно тоже, ребята, улучшать. Но сейчас не могу. Могу только вот здесь. Улучшаем. А сколько нужно нам с тобой? Так, здесь 50. 260. 300. 340. Элитный скилл. Конечно, хотелось бы. Ну, орешков, сколько нужно этих желудей, ты представляешь? 300. Надо копить. Я думаю, что нам потом это с лихвой окупится. Опа! Джаггер Джак. Новый противник. И он очень сурово смотрится, по крайней мере. Мне кажется, он будет очень злым. Так, пойдем, родная моя. Давай, быстрее. Так, выпускаем. Давай, сзади этих. Пока все вроде бы хорошо. Блин, крокодила бомбит сзади, а ты посмотри. Горилла, выходи. Ну куда ты пошел, ну крокодил, ну... Вот это невыгодно, что вот он, ребята, съел определенного, да, противника. И все, и поскакал во свояси. Это меня не совсем устраивает. Сейчас я хочу оленя призвать. Вот он. А, он бежит, он быстрый очень. Все, я понял. Так он не только быстрый, он еще и сильный, крепкий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что за грибок? А, мы их отравили всех, прикинь. Вот что значит грибок. Слушай, это прикольно. Отравление — это очень хорошо. Будем знать. Так, давай еще одну гориллу позовем. Еще волна будет. Еще целая волна. Может, крокодила позвать, а? Попробуем сейчас с тобой вызвать крокодила. Пускай он сзади их кусает-то всех. Ну. Вон он. Давай, кусай. Гориллу. Что-то наша горилла тут не справляется. Ее просто проминают. Атакуем. Сейчас. Что-то нас как-то, по-моему, это немножко сдавливает, тебе не кажется? Ну да. Крокодил там из-под тишка. Правильно, так и надо им. Так, это последние, по-моему, охламоны, которые будут. Сейчас мы с ними разберемся. Должны разобраться, обязаны. Я не подпущу их дальше, ребят. Дальше вот этого первого дуба. Обезьянка, ты что, давай стреляй по ним. Стоит, она отвернулась. Ага. Все, сейчас нам надо будет с собой машину еще разбомбить. Фух. Ну, прикольная игруха, да, друзья? Такой Tower Defense. Или как ее можно назвать, стенка на стенку. Так, машина. С машиной все довольно легко. Все, мы победили. Куда-то там пошел. С кокосом побежал куда-то. И что же нам здесь... Ох ты! Ребятушки, улей. Ха. Улей — это хорошо. А вот это вот интересно, что такое, ребят, за ДНК. Блин, я вообще хотел вот этот вот. А, блин, а я трачу желуди, да?
Вот что это такое, а? Какая-то эволюция интересная. Так, новое достижение я получил. 500 опыта. Так, забираем с собой награду еще, кстати. Принять. Слушай, знаешь что, давай, наверное, все-таки глянем. Вдруг что полезно нам отсюда выпадет, а? Так, выбери, говорит, один. Ну, вот этот. Опа, 5 желудей. Смотри-ка, тут еще какие-то песочные часы. Это, мне кажется, замедляет время, наверное, да? Ну, давай еще разок. Выбираю вот этот. О, еще 10 желудей. Так, ну все, хорош пока. Это надо будет, знаешь, что сделать мне? Специально за кадром пофармить вот эти вот подарочки. Я не знаю, сколько здесь попыток. 5 или, может быть, больше. Надо будет проверить. Так, апгрейд. 50 листочков. Я улучшаю свою главную вот эту вот обезьянку, которую звать Коко. Окей. Так, ну что, я готов, друзья мои. Я готов. Куда пойдем? Наверное, вот сюда. Для начала. Тут еще будет в конце каждой миссии босс. Этим меня не напугаешь. Этих аглоедов мы видели. Вот единственное, что улей. Давай-ка мы вот так вот с тобой посмотрим. Что улей вообще будет давать? Ну, по идее, должен выпускать ос. Фри. Вот что вот это такое? Фри. А, наша обезьянка телепортируется туда, короче. Сразу в бой. Ну, это ничего страшного. Мы можем ее и довести. Так, посмотрим, что такое улей. Ага, я был прав. Я был прав. Так. Куда ты там уже пиликает? Смотри на него. Давай, горилла. Желуди мы с тобой, естественно, будем подбирать. Олень, если ты хиллер, зачем ты вперед в атаку-то лезешь? Давай, улей туда. Вот, правильно, так их. Блин, оленя сейчас потеряем. Сейчас потеряем, уже потерял. Крокодил, давай, выходи. Кусай их там всех. Твою налево. Блин, ну этот очень мощный. Он просто всех раскидывает, посмотри. Хе, медика там закусали. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты посмотри, как все плохо. Ты просто полюбуйся. Так, минус медик. Минус медик. Ну, крокодил, давай, кусай их там всех. Прекрасно. Справляемся пока, слава богу. Но я чувствую, надо уже делать эволюцию, ребят. Потому что, ну, какую эволюцию? Прокачку надо, потому что, ну, сдаемся мы уже. Сейчас будет вторая волна. Почему у нас так мало и медленно идет энергия? Скажи-ка мне на милости, а? Хотелось бы, чтобы нам намного больше и лучше шла. Но почему-то не получается так. И вот эти вот обезьянки, короче, нам помогают. Которые именно кокосами стреляются. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, горилла пошла. Что у нас тут? Ну, вроде бы пока нормуль, да? Горилла выходит. Бросаем улей. Крокодила. Крокодила, ну я понял теперь, когда вызывать надо крокодила. Против вот этих вот, ребята, стрелков. Точно. Потому что он стреляет издалека. Наносит урон. Нам к нему не подойти, а крокодил вот именно для этого и предназначен. Он его кусает. Понял. Так, и медика то же самое. Вот, совсем другое дело. Так, нам нужно, чтобы у нас энергия с тобой намного быстрее шла. Сейчас прокачаем. Хотя, подожди, лучше крокодила, наверное, да? Нет, лучше не крокодила, а еще одного оленя. Улей, вперед. Но улей наносит урон всем. То есть осы. Не какому-то определенному одному, а всем. Давай. Еще будет волна. Крокодила, нам нужно крокодила. Вон там стрелок, видишь?
Ну, есть. Так, крокодил как раз его и кусает. За задницу, правильно, так и надо ему. Так, горилла. Ой-ой-ой-ой, что-то как-то плохо нас расколбашивают здесь. Ты посмотри, какая тут волна. О, крокодил, медика бомбит. Все круто. Давай еще улей бросим. Ага. Улей даже машину, по-моему, жалит. Так, энергию отдай сюда. Крокодила запинали, да, моего? Не беда. Еще один крокодил. Видишь, он бойцам мало наносит урона. Он в основном против медиков хорош. Давай-ка вот так вот бросим с тобой улей и... гориллу. Так, это последние бойцы. Нам с ними справиться, и все, и уровень будет пройден. Опять, смотри, стреляет. Видишь, крокодил, как его хорошо бомбит. Давай-давай, докусывай его. Все. Улей. Теперь машину бомбит. Отлично. Ну вот и все, ребята. Этот уровень мы с тобой прошли. Да, сложноватенький такой был. Но, тем не менее, мы его одолели. Ну и что здесь? Понятно, как всегда. Ну что, у нас с тобой ресурсы на подходе. Давай-ка посмотрим про улучшение. Да, я, наверное, улучшу наших обезьянок. 260 желудей надо, блин. Эхе-хе-хе-хе, 260 желудей. А у нас только 100, не 100, а даже 50. Так, ладно, ребята, я прокачиваю вот этих вот обезьянок. И пойдем с тобой за ресурсами. За тем самым чудесным мешочком, который тут у них сзади стоит. Вперед. Я, наверное, оставлю улей и оставлю кокосы. Кокосы для того, чтобы наши обезьяны могли бросаться. Используем. Нет, ребята. А, во-во. Куда ты? Вернись обратно. Так, бросаем улей. Угу. Так, мы же можем... Так, погнали. Собираем. Улей, улей, давай. Так, там медик. Крокодила надо призвать. Все, вот это забираем с тобой. Все эти прелести жизни. Блин, крокодила что-то быстро как-то мне забомбили. Ты посмотри. Знаете вам. И тут то же самое, смотри. Что-то не то. Что-то совсем не то. Эй-эй-эй-эй, финальная волна. А что так быстро? Что так быстро финальная волна? Так, пойдем-ка соберем. Нас сейчас тут промнут. Крокодил, помогай. Кусай, 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 кусай их. Прям за штанину. Так, минус один стрелок. Так, второго. Эх, не успел чуть-чуть. Ладно, не страшно. Улей. Ну, слушай, я тебе скажу, что мы здесь победим. Все, остаются последние солдатики. Ну и машину, конечно же, разбираем. На тебе улей. Все. Прекрасно. Ну что, мы с тобой получаем ресурсы. И что? Грибок?
Ты серьезно? Молодцы, конечно. По-моему, они мне будут одни листочки давать, да? Что такое? Так, у нас 44 листочка. А что я могу здесь прапать? Ну давай. Прапали. Так, слушай, совсем немножко остается у нас. И будет босс. Либо босс здесь, либо, ребята, мы просто перейдем на вот эту вот локацию. Не знаю, что тут точно. Но драться мы будем с тобой. Не на жизнь, а на смерть. Так, показывают нам. Никого новеньких нету, да? Все старенькие. Я понял. Конечно, хотелось бы еще ячейки дополнительные открыть. Ну что, пойдем. Сразу вызовем гориллу с тобой. Давай, 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 давай. Они уже тут. Смотри, уже рубят. Улей. Вам вдогонку. Угу. Вот эти вот макаки, которые бомбят кокосами. Вообще имбовые. Так, крокодила нет, не надо пока. Нам нужны гориллы, нам нужны танки. Еще давай, обезьяночку вызовем. Улей. Ну, запинали? Вроде бы когда. Что дальше? Я не знаю, травить я пока их не собираюсь. А грибок этот вообще нам пригодится с тобой. Где-нибудь на супер-пупер сложных миссиях. Пока не вижу смысла его вообще здесь тратить. Финальная волна. Слушай, довольно быстро тут волна уже проходит. Я, знаешь, что хочу? Я позвать хочу еще одного оленя. Так. Теперь нам нужен крокодил с тобой. Видишь, накопилось сколько сзади стрелков и прочего. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, давай, кусай крокодила. Блин, у нас два оленя. Так, минус стрелок. Давай второго уничтожим. Мясо. Ну что, минус еще один стрелок, да, получается? Да я тебе скажу одно, победа здесь будет уже однозначно за нами, потому что последний лесоруб. Вот этого сейчас мы забомбим. Машину нужно тоже уничтожить. Давай, давай, не бойтесь. Все. Ну, ты сам видел прекрасно. Мы победили здесь. Бонус. Блин, а что это означает, а? Ух ты. Арбуз, друзья мои, это восстанавливает здоровье всем нашим. Ну и получается, вот эта миссия. Потом будет животное, да? Какое-то у нас доступно. Но здесь, я думаю, будет сложновато. Сейчас посмотрим, что тут нас будет поджидать. Угу. Хорошо. Команда Джек. Вот это вот новый боец, друзья мои. Команда Джек. Погнали. Так, а что это такое? Странно. И зачем это мне нужно? Так, гориллу. Погнали. Я тебя сейчас попиликаю здесь, а? Пилит он уже тут. Посмотри-ка на него. Да, против животных. Я представляю, такие с пилами, с топорами пришли тут. Охламоны. Улей, давай быстрее. Что? Это что такое?
ты видел? Он просто взял и спустился с неба на парашюте. Вот тебе и команда Джек, ребята. Теперь я все прекрасно понял, для чего, почему их так назвали и для чего здесь вот это сделали. Чтобы смотреть. Так, секундочку, подожди, мне нужен олень. Мне нужен, ребята, олень. И крокодил тоже нужен мне. Потому что тут стрелки уже накопились. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, почему так быстро мою гориллу бомбят, а? Я не понимаю вот этого. Вообще быстро. Так, горилла. Так, последняя волна. Зашибись. Опять этот охламон вылетел. Опять этот охламон. Команда Джек, да? Еще один спрыгивает, а? Ты посмотри. Они специально это все усложняют. Все специально для усложнения. Я представляю, сейчас мы будем с тобой за животное драться. Какой тут будет напор вот этих вот хламонов. Так, это последняя волна, да, получается? Окей. Сейчас мы здесь отвоюем улей. Так, мясо забираем. Крокодила. Так, что нам дальше с тобой? Давай еще гориллу вызовем. Так, ты вот этого, правильно, крокодил, вот этого надо кусать. Улей. Ну что, в принципе, ребят, мы уже победили. Да. Остается добить, докусать и уничтожить машину. Блин, ну вот эти вот, конечно, обезьянки очень хорошо помогают. Они вот кокосами стреляются и... Смотри, сколько урона наносят. Фух. Ну что, мы с тобой здесь справились. Что может быть лучше победы, а? Бонус. Давай вот так. Ну что, пойдем с тобой спасать... Очередное животное, хотя у нас, подожди, 80 листиков. Может быть, кого-то улучшим, а? Слушай, это, наверное, будет следующим лев. Чтобы открыть, нам нужно 500 желудей. А, это суперспособность. Суперспособность. Так. А чё, почему, чего-то не хватает? Вроде бы, мне казалось, все у нас есть. Ну, подожди. Ну, 80 листочков. Все. Так, друзья мои, погнали. Погнали спасать следующего нашего животного. Нашего друга. О, лев. Ты смотри-ка, кто тут? Взрывной Джек. Ну что, продолжаем. Побежали. Левушка мне нужен. Хочу его получить. Ну что, начнем, наверное, с прокачки, да? Начнем с прокачки. Блин. Тут, наверное, нам придется с тобой использовать отравляющий гриб, скорее всего. Три волны. Я уже даже представляю, что здесь будет твориться. Давай побольше. Ага. Стрелки идут, да? Значит, надо нам крокодила теперь призывать, чтобы он его кусал там. Правильно, правильно. Давай, крокодил, бомби его. А что, уже гориллу забомбили? Оу! Ты смотри-ка, что там происходит, ребят. Вон он стоит. Я думаю, что такое? Чего нас не пропускают? А мы пока там с этим не расправимся, мы не пройдем. Вот в чем проблема-то вся. Да сколько их там, а? Все, прошли. Давай, горилки. Блин, это взрывной чуть. Смотри, а.
отравление, короче, врубаем, ребят. Просто тут что-то как-то вообще люто. Что-то взрывной джек. Сразу мне вспоминается это «Вперед на зомби-войну». Помнишь там? Как раз вот этот вот в красной рубашке был дровосек. Окей, улей. Блин, да что ж такое-то? Что-то чересчур круто. Это только была первая волна, сейчас будет вторая. Слушай, нам, знаешь, без кого не обойтись? Да-да, ты правильно понял. Так, бросаем. Опять там засада, а ты посмотри. Пока там не справимся, подкрепление нам не ждать. Так, олень прибыл. Олень прибыл, давай бросаем улей. Теперь крокодил нужен, блин. Так, справимся мы с этим чувачком или нет? А что так мощно бомбит по оленю-то, эй? Парень, ты заколебал. Прикинь, он оленя подбил мне, а? Офигеть. Команда Джек. Так, обезьянка, пойдем-ка мы с тобой прогуляемся по-быленькому. Надо, наверное, так вот сделать. Так, тут мясо, они даже вот здесь, оказывается, побывали, а? Ты посмотри. Че там? Так, давай сюда, сюда. Крокодил помогает мне. Так, кто-то там что-то делает, а? Ну, понятно. Бомбанули мы его, да? Окей. Давай я крокодила вызову. И улей. Блин, улей ты куда бросил? Опять он, а? Вот ты посмотри. Так, а крокодил... Кстати, крокодил вот этого тоже кусал. Так, давай его вызовем. Бросим теперь улей. Да, тут, конечно... Люто. А я боюсь даже представить, что дальше будет, ребят. Какие там дальше будут противники. Если тут уже, извини меня, с парашютами чувачки вылетают. Но главное спасти льва. Я надеюсь, левушка будет крутой. Мне очень хочется в это верить. Так, соберем с тобой энергию. Так, вызовем оленя в помощь. Ох, сколько тут энергии. Ну, все, в принципе. Наша победа. Сейчас мы уничтожим здесь только. Ну что, лев, добро пожаловать в нашу команду. Вот он. Да. Жалко, нельзя посмотреть, какой у него вот скилл элитный. Что он делает? Бонус. Ну давай вот этот. 10 листочков. Новое достижение. Так, за льва я получаю тоже 500 опыта. Так, а здесь? Ну вот, совсем другое дело. Отлично. Так, у нас с тобой 76 листочков. Лев. Апгрейд. 504, а у... Ну, олень пока переплевывает его. Опять же из-за того, что у оленя 5 уровень. У льва только лишь 4. Да. И у нас там скоро будет, видимо, переход на следующую территорию. Ладно, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим.
Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!